Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. За оценку не боишься, Анечка? Эдуард Фирмс. Нисколечко. В последнее время я усердно занималась. Аня Форджер. Ни капли элегантности. Останешься после уроков. Давай немножко позанимаемся перед ужином. Рассказывай, что не понимаешь. Эй, пошли учиться. Однажды супертелепат Аня уже спасла этот мир. Но даже у нее есть одна слабость. Дяденьки из лаборатории, кажется, называли ее затмением, вроде бы. Раз в месяц, когда госпожа Луна пропадает с неба, у меня больше не получается читать чужие мысли. А экзамены как раз в день затмения. А это значит, что я даже не смогу списать! Что делать? Я в такой беде еще не бывала! Придумала бунт! Загляни в будущее и покажи мне ответы на тесты! Биштекс! Сегодня на ужин папочка приготовит нам биштексики! Ура! А как ты догадалась? В холодильник уже заглянула. Сразу кушать сядем. Спатьки... Ты спала, да я прекрасно! Да с тестами что? Я же потому и предлагал вчера позаниматься. Но сегодня у меня выходной. Будем весь день учиться. Аттестация пройдет по четырем предметам. Велик шанс, что она за раз получит сразу 4 танитра. Думаю, о 4 стелах можно даже и не мечтать. Я... Приветик, сестренка! Быстро. Проходи, Юрий. Давненько не виделись, Юрий. Видимо, набор влюбленных лучше всегда держать наготове. А что тут забыл Ллойд Форджер? Шуруй на работу! Юрий, а ну представься Анечке. Фу, у меня аж изжога началась. Тайная полиция должна была догадаться, что министром был Сумрак. Я рисковал, но что оставалось? Не понял. Это он так насмехается, что мы ее из-за террористов отложили? Не смей пятнать мою репутацию перед сестрой, ничтожество! Нужно быть начеку. Шпион против тайной полиции! Как круто! Попробуй сперва решить это задание. Везет чертенку, каждый день с моей сестрой проводит. Подкину ей сложные задачки, чтобы жизнь медом не казалась. Что? Все ответы правильные? О, ничего себе! Что-то я не уверен, что тебе нужен репетитор. Накосячила. На экзамене это списать не выйдет. Надо заниматься всерьез. Это случайно получилось, я наугад отвечала. Да, конечно. Само собой. Нет, неправильно. Ты что, вообще не соображаешь? Хватит тупить! Я пытаюсь. Юрий, постарайся с ней помягче. Пожалуйста, Юрий. Ты моя последняя надежда, ладно? Сестренка! На ее знания ниже плинтуса. Стану имперским штуликом и важным человеком! Тогда я смогу угощать мамочку самыми разными вкусняшками! Ангел! Она спустилась с небес! И что еще за имперский штольник? Она так старается ради сестры! Нет, успокойся! Это дочка мерзавца, который увел твою сестру! Не дай себя обмануть! Но если после моих занятий этот гремлин получит хорошую оценку, то сестренка на радостях скажет, что любит меня. Ладно, решено. Я буду ее учить. Один древний мудрец сказал так. Знание – это сила. И если ты хочешь чего-то добиться, день за днем впитывай новые знания. Надо кушать знания. Нет же. Если буду учиться, я смогу делать лекарства? Именно. И ракету тоже смогу. Ну, конечно. И даже весь мир. Сможешь? А что? Ты хочешь захватить мир? Перейдем к насущным вопросам. Запомни, все эти тесты – полная ерунда. Самое главное – это добиться успеха в будущем. Есть, сэр! Чтобы увидеть, как лучезарно тебе улыбнется сестренка. Сэр! Есть, сэр! Только не надо учить ее всяким глупостям. Ну как? Запомнила правила по грамматике? Что такое грамматика? Да это пустая трата времени! А иначе я ни страну, ни сестренку не защищу. Прости, сестренка, но мне пора. Ну вот, как был вспыльчивым, так и остался.
А я ведь так старалась домашнее печенье приготовить. Я пойду у себя в комнате позанимаюсь. Конечно, Анечка. Умничка. С возвращением, Ллойд. Что, иностранный язык? Да, она изо всех сил старалась его выучить. Но ведь он не входит в список дисциплин на этом экзамене. Спустя 2 недели операция «Неясыть» обречена на провал. За тесты есть риск получить тонитер, а Аня могла и напортачить. Нет, напортачила. Мне кажется, я все хорошо напишу. Обречена! Моя операция! Говорят, что в нашу страну пробрался супершпион западников «Сумрак». Поэтому я, восходящая звезда, и решил таким образом противостоять ему. «Сумрак Запада» и «Рассвет Востока». Мы еще выясним, кто лучший шпион. Ну а это мое первое задание. Узрите же! Рождение новой легенды! Он в Северную башню собрался. Может, тоже за контрольными? Охрана совершает обход. Вот, блин. Не говори глупостей, ты ей не ровня. Почему ты ошибся, она в меня втюрилась? Я тебе еще покажу. Завтра возьму ее номер. Если хочешь, могу даже... Он их обдурил? Не понимаю, каким образом ловить смог. Это маскировка такая. Поразительные силы и смелость. Неужели он обманул само человеческое восприятие? Серьезный противник? Ударить по голове, пока возится там с дверью. Сдурел! Он что, больной? А если кто-нибудь заметит? Может, он грабитель и не шпион? Нет, даже воришки работают аккуратнее. Следы проникновения в школу только спровоцируют расследование. Это случайно не ваш пропуск? Я его в коридоре нашел. Повезло, что у меня запасные были на все предметы. Да, точно, угораздил же обронить по дороге. Спасибо, дружище. Не за что. Это дубина на ладони, себе шпаргалку операции написал. Это шутка такая. Это ловушка? Неужели хитроумная ловушка? Прошу. Черт, даже для кейса пароль нужен. Проклятие не открывается. Ну же. Сколько можно? Отлично, миссия выполнена. Идеальная работа. Меня самого мой талант пугает. Скорее всего, я сегодня переплюнул даже самого Сумрака. Прости уж, Сумрак. Отлично, на ужине шикуем. Вместо свининки куплю говядинки. Что ты там про меня ляпнул? Сделал дело и проваливай. Чтоб каждой собаке рассказал, какую операцию я тут провернул. Что? Запомни, имя мне Рассвет. Постарайся непринужденно, но с яркими подробностями поведать всем, насколько великого шпиона ты встретил в школе. А теперь адиос. Папа, я на тестах хорошо потрудилась. Ты чего такая довольная, когда чуть все не завалила? Не понимаю. А я другого ожидала. О, хотя... Я от нее даже на такой результат не рассчитывал. Ничего не завалило. Ты чего улыбаешься? Тут плакать скорее надо. После ужина разберем ошибки. Что? Задание провалено? Не может быть! Я же точно... Что? Уволен? Подожди-ка! Не надо! Но моя легенда только началась!